купил, потому что если они не потушат, то там все. А тут, извините меня, тут же бензин, тут уже. Они всегда в окна стреляли. Они в квартирах так вот стреляли. Да, да, да. У меня в том году сгорела квартира на сегодня. Да. Все сломали, все, все это. Все, все. Бобра, тут километр сверху. Да, да, да. Они вот сейчас будут разбивать и сейчас будут заливать все, что можно залить. Они там и так заливают. Ну хоть слышно, блядь, делают нормально, где? Ага. Гребень. Бынка. А. Куда должен быть труп готовку, самолет? Гребень. Но. Ну никак в ручеёк. А вы в ручеёк на сверху. Давай, тепла, блядь, уберёшь. Давай там, блядь, как это снимает. Заливает мостик, снизу. А сейчас пожары не разобрать, ничего не так. Им же нужен доступ, свободный доступ к огню. А если там еще уплотнения эти самые всякие, да, горючие, то все. Уплотнители сейчас не горючие. Но на жару домов собирается и все. Блин, похоже, сгорят. Да. Просто вот. Ну, вот, я не знаю. Похоже. Всех пожарные, которые есть в области, собрали, наверное. Ну, блин, нет. Ну, надо с собой брать, что-то ее расстояние и все, и все. Ну и все. Сколько человек? Крыш? Они жили ее, все нахуй. По идее, должны крышу открыть. Это толпом! А там внутри никаких баллонов нету. А то как рванет и все, и крыша сама слетит.